Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне, ребята. Да, и в принципе, действительно, все-таки убрал я мобов, много людей писало, что не нужно мобов, ну ладно, пускай, убрал да убрал, все. Просто то, что писали, что будут меньше спавниться покемонов, чем обычно, так как, в принципе, будет и нормальные мобы, да, и поэтому... Будет намного меньше спавниться нормальных покемонов, поэтому я просто убрал. Но, как я замечаю, покемонов не прибавилось. Вот тут Чикарита. Хотя я даже увеличил спаун мобов, ребята. Я увеличил спаун мобов, там даже можно увеличивать, сколько мобов будет спавниться. Я увеличил их число, сколько там подземных. Ну, как бы, там есть какое-то... Там есть какое-то определенное число, определенное число, сколько покемонов будут спавниться, да? В одном месте, ну не то, что в одном месте, ну в принципе, сколько покемонов будут спавниться. Я увеличил то число, но как бы, я не знаю, больше покемонов спавнится или нет. Так, ладно, вот тут у нас есть покебольчик, сейчас мы его поднимем. Ох, ни хрена себе, Рар Кэнди с первого покебола. Покелута, точнее, да? Так, ну давайте, сейчас мы, в принципе, продолжим с первого 19 уровень. Не, тебя мы никак не убьем, сейчас нужно тебя прокачивать, а прокачивать вас нужно на Меджикарпах, я так думаю. Ну, давайте сначала мы вот это тут все поставим, хотя бы пережарим еду. Ребята, я удалил мобов, то есть я убрал спаун мобов. Ну, как бы, я выключил спаун мобов, да, но все же я ставил еду, чтобы хотя бы было более-менее какое-то разнообразие. Ребят, я сейчас к вам говорю, но я думаю, уже никто не против то, что мы будем собирать еду, мы будем выращивать еду, и мы будем кушать, да, хоть уже более-менее какое-то реалистичное будет. То есть, нам спать нужно, да, когда ночь настает, так давайте уже и кушать будем. Я думаю, ребят, я сейчас у вас спрашиваю, я думаю, никто не против. Я понимаю, что кто-то может быть против, например, так как я вас спросил, да? То есть, вы за, чтобы были включены мобы, или вы против? Кто-то написал против, больше было против, чем за, чтобы были мобы. Я выключил мобов. Я сейчас у вас как раз, ребята, можно сказать, говорю вам, да, спрашиваю... По поводу голода, по поводу еды. Чтобы он остался. Потому что, ребята, это уже более лучше будет. Мне так кажется, что это уже более какое-то хотя бы разнообразие будет. То есть, ладно, мобов пускай не будет, так как влияет на спан покемонов, да, будет меньше покемонов спаниться. Но еда, как бы, мы просто-напросто будем выращивать себе еду, да, и просто-напросто будем кушать, и все. Я думаю, ребята, никто не против, да, по поводу еды. Так, ну что, давайте сейчас мы еще убьем этого покемона. Я так думаю, ребята, что мы просто-напросто обоснуемся возле деревни, так как это у нас было, в принципе, в прошлом сезоне. Мы обосновались возле деревни, и мы себе где-то тут построим какой-то домик. Сейчас мы себе уже просто-напросто сделаем себе хотя бы кровать, да, чтобы уже подрыхнуть. И у нас Чимчар уже 10 уровень. Ух, какой. Этого я не знаю, убьем или нет. Давайте этого попробуем. 11 уровень. Так, ну 10 уровень, в принципе, уже нормально, да? Сейчас, этим он побольше сносит. Да, давайте вот этим будем. Так, Эконс, ты какой там уровень? 11, тебе тоже можно? О, отлично, но он уже дерется тоже. Ух, какой! Ну, в принципе, мы тебя и так сейчас. Ой, Чимчар... 12 уровень, ух, ух, ух. Мы уже прокачаны, ребята. Манчлок, Снорлакс, Хантер, ух, валим отсюда, валим. Так, у нас есть. А где мы? Ладно. Нужно идти хотя бы факел себе сделать, так как у нас тут будет светло, даже если факел в руке держать, да. Давайте возьмем себе немного вот этого. Сделаем себе пару факелов.
Вот так. Вот, отлично. Давайте поставим его куда-то вот. Ух, это что там светится? Что это там светится? Это там лава где-то, и поэтому все горит. Походу, да. Да, там лава, и что-то она подожгла. Я думал, какой-то там покемон. Ладно. Да, в принципе, у нас и так покеболов нету, да, так что даже если бы там кто-то был, мы бы его никак не словили. Так, что сейчас нам нужно? О, еда. Сейчас мы покушаем. Нам нужно сделать кровать, чтобы выспаться. Так, у нас есть шерсть, отлично. И мы себе сделаем кроваточку, ребята. Поставим ее пока что сюда, так как дома у нас, в принципе, еще нету, да? Вот. Вот, отлично. И поспим мы. И отлично, все. Все, все, отлично. Сейчас бы хотя бы придумать какую-то планировку дома, где мы его можем построить, чтобы уже он хотя бы у нас был дом, чтобы мы знали, куда можно возвращаться, если что, а не вот так на улице, да, вот спать. Ну, сейчас давайте еще вот этого убьем, и он уже будет какой там уровень, будет уже 13-й. Оу, ты чё? Оу, чувак, чувак. О, убили, отлично. Rotten Flash, ладно. Так, давайте вылечим нашего Чимчара, так как, в принципе, у нас еще нету лечилки, что давайте мы его вылечим сейчас. И давайте найдем себе хотя бы какое-то более-менее такое подходящее место, где мы можем начать себе строить дом. Вот тут, например, где-то. Ну, тут просто такая и не равнина, и не... Хрен его знает, какая-то там местность такая непонятная. Вот тут можно. Так. И, в принципе, ребята, давайте мы все-таки тут начнем уже строить наш дом. В принципе, тут просто такая равнина. Можно сказать, много есть гор. Ну, не гор, а вот таких выступов. Это все-таки, наверное, потом нужно будет убрать. Ладно, потом, если что, мы разберемся, что да как. Давайте вот тут начнем строить наш дом. Первое, фиг его знает. В принципе, пускай да, вот так будет. Какой наш дом будет? Я вообще, ребят, честное слово, я не представляю. С чего его начать делать? Вот этот блок. Да нет, этот блок прикольно выглядит. Давайте, в принципе, сейчас и начнем его делать. Давайте он будет где-то. Где-то вот тут начинаться. Вот так. Ага. Ну сначала. Ребят, это серия, я сразу говорю. Мы просто будем строить себе дом, чтобы уже построить дом и чтобы, в принципе, в нем уже жить, да. Чтобы не ходить вот так по улице, на улице там жить, ночевать, да. И чтобы уже построить себе хотя бы какой-то дом и, в принципе, чтобы уже было отлично. Давайте сейчас немного вот тут выровняем территорию. Так как тут есть вот такие ямы, которые нужно немного загладить, чтобы не мешало нам строить дом. Потом, ребята, я, конечно же, эту всю территорию выровняю, так как вот сейчас, в принципе, если мы вот это все будем равнять, то это сдуреть можно, сколько мы будем вот это все равнять. Но сначала вот просто я вот так сделаю, чтобы было более-менее ровно. Вот так. Да ты ж чё там, трава такая, что хрен оно ставится. Так, отлично. И вот тут еще вот так, отлично. Тут тоже нужно будет выровнять. Но земли нету, потом добудем. Так, отлично. Сначала давайте разберемся, какой у нас высота дома будет, вообще что будет. Я, если честно, не представляю. 1, 2. Сейчас. 1, 2, 3, 4. Давайте на 5 поставим, что ли. 1, 2, 3, 4, 5. Нет, не вышел зайчик погулять, а просто 1 тут у нас, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Вот. В принципе, уже. Ну,
Фиг его еще, если честно, знать, что это вообще за дом будет, ребята. Так. Давайте сделаем вот так. Сейчас я просто, ребят, смотрю, что у нас вообще за дом будет, потому что, если честно, сам еще не выкупаю, что это за дом будет. Вот так как-то. Вот так. Нет. Нет, не вот так. А вот тут. Да, вот так. Отлично. Да. Нужно за деревом сходить, ребята. Нужно себе еды тут набрать. Как набрать? Сейчас мы тихонько нахрен вот это все стыбзим. Да и все, будет вся наша еда. Все, отлично. Мы это стыбзим. Что у нас тут? А, вот это я уже затоптал, походу. Это сейчас мы все заберем, да и все, ребятки. Будет у нас немного еды, да? Так, нужно сходить за деревом, где у нас деревья есть. Давайте в эту сторону пойдем, где ближе всего, чтобы не бежать куда-то далеко. В принципе, тут есть... Точно, тут есть же новые биомы. Ребят, я не буду вот добывать вот это дерево, мне просто интересно, что это за дерево. Это обычное дерево, ели ли? Нет, нет, фиг его. Да ты чё, прикалываешься, 40-й уровень. Вот, отлично. Пока мы не добудем себе хилку, ребята, мы будем так лечить. Нет, давайте сначала вот одно добудем, посмотрим, что это за дерево. Getting wood. Ладно. Спрус, да, это обычное дерево. Ну, как бы не обычное, а это ель. В принципе, нормально. Потом где-то можно будет ее использовать. Отлично. Так, ну вот сейчас нам не нужна вот эта древесина. Поэтому давайте просто-напросто добудем обычное дерево. Сейчас, как я понял, опять уже темнеть будет, или мне кажется. Просто фиг его знает. С текстурами. Хотя с текстурами наоборот, как бы должно быть более понятно, да, когда будет день, когда ночь. Но по идее уже сейчас, да, уже сейчас ночь будет. Да. Вот, отлично. Так. Так, нужно прокачивать нашего Чимчара. И сразу же следующего покемона, ребята, мы, наверное, словим Марипа. Нужно себе сделать покеболы. И наш Чимчар уже эволюционирует, ребята. Отлично, давай. Первая наша эволюция в этом сезоне. Давай, Чимчарчик. Давай, покажи свою мощь. Давай. Вот. Офигеть. Монферно. Так, Fighting Fire. Ага, значит, вот это можно. Вот, отлично, вот. Монферно. Так, давайте его вылечим. И пойдемте еще добудем себе немного деревца. А самое лучшее, я так думаю, что просто-напросто сейчас себе сделать себе железный меч, да? Так как вот этот, как-то мне кажется, очень медленно она добывается, или мне действительно кажется, фиг его знает. С трикопитейтером, ну, как бы с этим модом должно быть быстрее, но мне так кажется, что она еще медленнее добывает. Фиг его знает, честное слово. Давайте добудем столько, чтобы, в принципе, нам хватило, да? Ух, точно, что я хочу посмотреть. Давайте еще вот это добудем. Как выглядит у нас вот это? Береза, да? Или что это? Как она выглядит? Если она более красивая, то с нее дом построим. Отлично. Ну что, ребята, пойдемте. Хотел сказать, пойдемте домой, но у нас дома пока что еще нету. Поэтому пойдемте там, где мы хотим строить дом, да? Давайте еще покушаем. Джиглипаф. 39 уровень. Так, ну, в принципе, покушали. Давайте сейчас мы тут осветим хотя бы немного.
Так, отлично. Что у нас вот это за древесина? Ну, спрус вот это понятно, вот это. Как она выглядит? Если вот так выглядит нормальное дерево, а вот так выглядит береза, то как выглядит вот это? Это еще, наверное, в 10 раз темнее. Но если честно, я разницы практически между вот этим деревом и вот этим не вижу. Может, это чуть-чуть темнее. Так что мне кажется, что... С какого дерева бы сделать себе дом? Давайте сделаем с обычного, да и все. Так. Отлично. Сейчас, ребята, давайте все-таки поспим, так как... Ночью толком нифига не видно. А че я кровать забыл? Забрать? Да нет, вроде. Хрен его знает, ребят, честно. Друзья, я понял, кто ты. Мы, да, вот наша кровать, что-то я как-то... Вот, отлично, давайте назад пойдем. Тут я потом эту всю деревню, мне так кажется, сделаю нормально, так как она вот тут на горах, и, в принципе, это немного хреново, так как нужно каждый раз подниматься, спускаться с горы, и вот это все. Давайте поставим вот тут нашу кровать, быстренько подрыхнем, да и все. Давай. Давай уже, давай, все отлично. Сразу забираем, чтобы не мешало нам. Оквуд. Так. Сейчас, ребята, дайте подумать. Как бы нам вот этот дом сделать, что и как тут будет, я, если честно, не представляю. А, вот это... Это нужно, конечно, бы было все очистить, потому что... Капут, сколько у нас тут места вот это все займет. Мне так кажется, дом не будет у нас маленьким, так как строить маленькие дома в Пиксельмоне, в принципе... Ну, фиг его знает, так как у нас сейчас Покерадара нету, и я не знаю, будет ли он вообще на эту версию Пиксельмона. Поэтому я не думаю, что даже у нас будет столько много ресурсов, что мы будем продавать их МПС. Так как если мы тут найдем хотя бы одного босса за пару серий, это уже будет офигенно. Потому что без Покерадара, конечно же... Трудно искать боссов, трудно искать покемонов, так как, в принципе, мы с ним уже играли, да, и сейчас без него как-то труднее будет искать нам всяких покемонов, всяких боссов. Фиг его знает, ребят. Ну, и как вы думаете? Как вы знаете? Но я думаю, что, в принципе, еще вот этого, как его, у Покерадара на эту версию нету, да? Я думаю, я вообще, если честно, не знаю, будет ли она. Так, ладно, давайте сейчас подумаем, как у нас тут будет. Давайте 1, 2, 3, 4, 5 опять вот так сделаем. Угу. Тут давайте 1, 2, 3, 4, 5 тоже вот так сделаем. Ну, да, пускай будет вот так. Ага. Сейчас нам бы тут нужно сделать себе немного опять вот этого ступенечек. Хотя как немного? Дофига нам нужно ступенек. Так. Ступеньки. Как бы вас поставить? Ну, пока что фиг его знает, как вы у нас тут будете стоять. Давайте мы пока что хотя бы вот так сделаем. Чтобы уже было... Это у нас пол будет, да? У нас будет поднят дом на один уровень, можно сказать. Или это на два считается. Вот так, отлично. Сейчас. Тут у нас что будет? Тут у нас стена... Нет, да, стена у нас вот тут. Ой, ты ж... Стена у нас вот тут будет. Отлично. Сейчас. Сейчас дайте подумать, как это будет. Фиг его знает, честно. Как-то вот... Нет. Ладно, пока что, если честно, еще не знаю, как это все будет, ребята. Нужно подумать.
Давайте как-то вот так. В принципе, сейчас. Дайте я подумаю немного, что у нас тут будет. Давайте что ли как-то вот так. Как-то вот так. Ага. А вот тут у нас ступеньки. Ступеньки. И вот тут у нас будут тоже ступеньки. Вот. Вот так мы будем в дом заходить. Отлично. Это я уже более-менее понял, какой у нас дом будет. Отлично. Так, сейчас. Давайте вот тут мы тоже так сделаем. Все, я уже более-менее, ребят, понимаю, что у нас будет за дом. Вот тут может... Хотя, не-не-не, это же должно вот тут стоять, да, вот так. Отлично, все. Все, ребят, я уже знаю, что у нас будет за дом. Но вот тут еще нужно вот так. Нет, не вот так. Ну свали ты, Пиджиот, что ты тут... Так, 1, 2, 3, 4, 5. И как раз он сейчас сюда станет. Да иди ты уже. Вот так, отлично. И тут у нас 1, 2, 3, 4. Отлично. Вот так у нас уже более-менее форму. Я уже вижу, какой у нас дом будет, да? Так, давайте сейчас увеличим. Увеличим его стеночки. Ай. Высоту, да твою же, увеличим его высоту, вот так, отлично, как-то вот так у нас будет, вот так, отлично, тут я не знаю, что будет, давайте тоже вот так, что у нас опять уже нету, вот еще тут немного есть дерево. И опять нету у нас дерева. Да чё ты... Сколько там тебе же дерева от этого нужно? Так. Давайте-ка мы сделаем себе... Где? Вот, давайте мы себе сделаем вот и вот. Отлично. Чтобы уже было... Чтобы уже было вот это... нормальное... Нормальный топор, чтобы можно было быстрее рубить деревья. Сейчас мы попробуем. Ну, в принципе, должно же намного быстрее рубиться вот это деревья. Ох, опять у нас голод. Я забыл, что у нас уже сейчас голод есть. Нужно покушать. Сейчас мы покушаем. Так. И давайте сейчас мы срубим вот эти все деревья. Ну, фиг его знает. Так, отлично. 6 деревьев уже есть. Нужно рубить, потому что, в принципе, на этот дом нереально много дерева пойдет, мне так кажется. Но то, что я не знаю, будем ли мы строить второй этаж, фиг его знает, потом посмотрим. Так. Вот, Марипе, я уже вас слышу. Скоро я, наверное, одного словлю, если мы, конечно же, как-то добудем один покебол. Ну, конечно же, посадим, будем их садить, да. Ну, точнее делать, да. Нужно нам еще один желтый априкон найти, и можно уже, в принципе, их садить. Так, давайте еще вот это. Так, отлично, и вот это. Сейчас мы себе хотя бы, можно сказать, стак нарубим, чтобы хватило. Так. И давай, отлично. Сколько? Еще яблочки выпадают. Отлично. Сколько у нас уже есть? 45 штук. Стак, я думаю, хватит. Как раз себе сделаем хотя бы парочку сундучков. Давай. Еще вот это. Отлично. И давайте еще вот это. Абра, и тебя я уже слышу. Так, вот, отлично. В принципе, я думаю, хватит. Ну, как бы на целый дом, я, конечно же, не знаю, хватит ли вот этого.
Но на первое время, чтобы построить хотя бы первый этаж, я думаю, хватит все же. Ну, сейчас мы посмотрим, ребята. Сейчас мы посмотрим, что это за дом вообще будет. Так, где у нас, где у нас, где у нас? Вот, давайте мы себе сделаем хотя бы сундуки. Один сундук хотя бы. Давайте двойной сразу же. Так, чтобы вот это все поскладывать, а то у нас просто куча тут всего. Так, что нам сейчас не нужно? Так. Очень. Очень. Вот это все можно, в принципе, туда поскладывать. Так, отлично. Сейчас, давайте. Нет, сейчас, секундочку. Тут я не знаю, как можно лучше сделать. Да ты чё прикалываешься, 40-й уровень. Ладно. Где на... Вот. Сразу же вот это все... Или... Да заткнись ты уже, ну пожалуйста. Сейчас, я не буду идти еще рубить деревья, я только вот посмотрю одну штуку, ребята. Нет, срублю только одно дерево, так как хочу посмотреть одну штучку. Одно дерево вот это я срублю. Ну давай уже. Катерпи там всякие. Чикарита только что было. Ну, нету у нас еще покеболов. Я только хочу посмотреть одну штуку, ребята. И спросить у вас, как вы считаете, будет лучше, красивее. Но сначала давайте поспим. Опять ночь. Так, да, спим мы, вот. Все, давай, спи. Вот, так, и сейчас давайте мы побежим вот сюда. Я срублю одно еще вот это дерево. Так, сейчас, просто хочу у вас спросить, как вы думаете, будет красивее. Сейчас мы посмотрим, ребята. Ну, рубись ты уже. О, что ты так долго рубишься? Это капут. Или мне кажется. Так, отлично. Вот. Вот. И сейчас давайте мы быстренько сбегаем домой. Ну, как домой? Это нельзя еще назвать домом. Вот, ребята, что хочу вас спросить. Сейчас. Как, с каким блоком будет красивее? Спрусвуд? Да ты чё же прикалываешься? Ух, офигеть, голд наггет. Так, ну, в принципе, вот что я хочу спросить, как будет лучше. Вот так с... Сейчас, давайте мы вот это тоже тут. Вот так. И Оаквуд. Мне кажется, что Оаквуд намного темнее выглядит, чем тут же зель. Я не знаю, почему так тут сделано. Да, намного темнее выглядит. Ребята, как лучше будет? Если у нас столбы будут с камня, вот. Вот камень, в принципе, тут красивее. Если, как будет лучше сочетаться камень, вот, с обычным деревом? Или же зель с обычным деревом. Или же вот так, обычное дерево с обычным деревом, как бы с досками, да? Ха, я, если честно, не знаю, но мне почему-то кажется, что более красиво будет обычное дерево с досками. Ну, ель как-то не очень смотрится, мне кажется. Хотя тоже прикольно, потому что у нее тут текстур пак, так, ну, текстура офигенная. Я не знаю, ребята. Или же обычное дерево с обычными досками, или же ель с обычными досками, или же камень с обычными досками. Это я сейчас у вас спрашиваю, ребята. Если хотите, можете отвечать.
как вам будет больше нравиться. А я думаю, на этом мы уже, наверное, закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.